Привет, друзья! В России завершены испытания нового самоходного артиллерийского орудия 2С-43 «Мальва». САУ в скором времени начнет поступать в войска. САУ «Мальва» впервые была показана в 2019 году. САУ размещена на шасси БАЗ-6010-027 и имеет полную массу 32 тонны. В САУ «Мальва» используется 152-мм нарезная гаубица 2А-64, заимствованная у САУ 2С-19М100С. Орудие имеет ствол длиной 47 калибров, это 7170 мм. После первого показа САУ у многих возник вопрос, зачем сделали новый клон САУ М100С. Дело в том, что в условиях современных войн стала важна мобильность. САУ теперь ведут огонь непродолжительное время и меняют позиции. Благодаря облегченной конструкции САУ быстро меняет позицию, ее легче транспортировать самолетом. С введением колесного шасси САУ стала технологичнее и дешевле в производстве и эксплуатации. Боекомплект САУ «Мальва» 30 выстрелов раздельно гильзового заряжания, он перевозится в ящиках на установке. Зарядка снарядов и гильз осуществляется вручную силами расчета из 5 человек. Скорострельность САУ 7 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы до 29 км. Мотор мощностью 470 лошадиных сил обеспечивает САУ «Мальва» максимальную скорость до 90 км в час. Запас хода 1000 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.